первый фильм короля ужасов Ари Астера. Однако в этот раз комедия. Ну, может, не совсем комедия. I'm visiting my mother tomorrow. Комедийный фильм ужасов, драма и притча «Все страхи Бо» рассказывают о наших фобиях, о поиске любви, смысле жизни и об отношениях самых близких людей. Are you at the airport? I'm on my way. I just... История начинается с того, что сын едет проведать свою маму. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Однако, как это часто случается в жизни, нашим планам что-то мешает, и все происходит совсем не так, как мы запланировали. «Все страхи Бо» — это, пожалуй, лучший фильм Ари Астера, который, увы, останется непонятым многими из-за своей иносказательности и метафоричности. Что же до ценителей умного, ироничного, смелого и жутковатого — это просто находка.